Всем привет, с вами Викид, и сейчас я вам покажу, как же сделать вот такую вот картинку для заставки на ваше видео в YouTube. Например, как я сделаю эту картинку. Сейчас я вам все скажу. Для начала вы скачиваете, вот видите, майнкрафтовский фон сзади. Вы его скачиваете просто на ваш вкус, какой вам понравится, такой скачиваете. Потом скачивайте все модельки, которые вы хотите подставить, например, такого человечка или вот логотип YouTube. Ну, а потом я вам покажу, как сделать надпись. В общем, заходим в браузер. Ну, как вам удобно. Мне, например, удобно в Google. Вот я захожу, тут я пишу фон. Вот, фон Minecraft PNG, это потому что чтобы поддерживало, чтобы YouTube поддерживал, потому что YouTube поддерживает PNG. Вот, скачивайте любую, например, вот такую вот я хочу скачать. Вот, нажимаем сохранить изображение. Нажимаем. Вот, потом открываем. Ну да, делаю все в пик-арте. Вот, не знаю, иногда или только сейчас, если вы не всегда сделаете из какой-то программы это. Вот. Вот у нас появилась она. Но не обязательно именно такую. Вот. Потом, если вам еще что-то захотелось добавить, например, такого же человечка, нажимаете добавить. Вот, потом, например, я хочу вот этого человечка опять же добавить. Вот он у вас появился, но я вам покажу, как сделать, что без заднего фона это человечек был. Вот, подставляем его, например, сюда, ставим галочку, все, вот он у нас появился. Теперь, например, мы что-то хотим написать. Вот, текст. Теперь пишем, что нам надо. Например, как сейчас. Вот. Как здесь вот цвет, какой вам заходит, не обязательно, как у меня прям. Я, например, хочу вот такой вот цвет, потому что он классный. Вот. А сейчас... Извините, не получилось. Ладно, я сейчас так сделаю. Как? Нет. Видео. Не, ну вы, в принципе, можете сделать просто по отдельности, чтобы там какую-то надпись так повернуть, какую-то так. Но я сделаю так просто для наглядности. Вот. Просто здесь вот вы потом, если вы по отдельности, вы можете эту надпись либо расширить, вот, либо повернуть, как вам хочется. Вот, но я сделаю так вот. Ну и цвет там, как я вам показывал, какой угодно. Вот, например, вот такой, да? Не, ну я, конечно, я не эту буду использовать для этого видео, а ту, которую я вам показывал. Вот. Здесь вы можете выбрать, какую вам, хочется. Вот, например, вот такую, но не советую вам здесь вообще трогать, как бы, ничего. Потому что, если вы это на заставку поставите, у вас просто ничего не будет видно. Потом нажимаем галочку, если вам понравилось, как у вас надпись это, стоит. Вот. Если вы хотите еще, например, YouTube тот же добавить. Сейчас не этот. Да блин. А сейчас вот. И вот YouTube надпись. Добавить. Вот, я вот сюда захочу. Вот все, например, я сделал.
И мне вот понравилось все. А как же, если вот когда вы скачиваете, например, картинку от скина или YouTube, у вас там сзади такой белый фон. Как же его убрать? Для этого вам нужна программа. Сейчас покажу. RSR. Ну или как-то так. Вот получается, вы нажимаете у нее, заходите. Вот. Все, что вам здесь надо нажать, это Load a Photo. Нажимаете. Теперь выбираете то, что вы скачали. Например, тот же скин или тот же YouTube. Вот, например, у меня это будет... Вот, например, вот этот человечек, скин. Вот, мы там выбираем, может вы ему голову только хотите, может всего. Я хочу, например, всего, как у меня было на той картинке. Вот. Но у нас сзади фон вот этот вот. Как же его убрать? Нажимаете Out на звездочку. И вот, когда у нас такой прицел, вы вводите, вот, и вот прицелились на вот этот вот фон белый, и отпускаете. Вот, и у нас он пропал. Но также надо еще убрать вот эти вот прощельки. Вот. Все. Вот у нас получился такой человек. Человечек скин. И все. Нажимаем down. Вот. Все, если вам понравилось, просто нажимаете сохранить, сейв. Вот. И все, финиш нажимаете, и все, оно у вас сохранилось. И чтобы не путаться, там у вас фон будет черный, но он не будет отображаться. Вот. Как же еще добавить? Теперь как же добавить эту картинку на заставку видео в YouTube? Через обычный YouTube на телефоне это нельзя сделать. Но вы можете зайти в любой браузер, набрать YouTube, и у вас должна быть версия ПК. Вот. Когда вы зайдете, если у вас не будет сразу... Сейчас покажу, какой картинки. Так. Вот, главное. Если у вас сразу не будет вот такой вот картинки, значит, у вас там в правом верхнем углу будет такое троеточие, нажимаете, и там чуть вниз пролистаете. В общем, там у вас должно где-то быть написано «Версия для ПК». Нажимаете, и у вас вот такое вот появится. Теперь нажимаем «Мой канал». Вот мой канал. Где же она? А, точно. Вот, менеджер видео. Только для начала вы должны залить видео уже сначала без картинки на обычном YouTube для телефона. Потом, вот, например, ну, я так сделаю. Потом удалю эту картинку. Ну, или оставлю. В общем, если вы Майнкрафт снимали, да, или просто, ну, туториал хочется снять, просто вот видите здесь свой значок, да, и нажимаете на него, вот, документ, в общем, где вам удобно искать будет, вот, и ищите вот свою картинку, например, не знаю, например, вот эту вот, или вот эту. И подставляете, и у вас оно будет как картинка. И все. Потом, там через какое-то время, если вы просто надо будет YouTube на телефоне обновить, и у вас появится оно. Ну, а на этом все. С вами был Викид. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии под видео. Всем удачи, всем бай-бай.